Более 30 минут в ожидании посадки. Густой туман над городом стал причиной задержки одного из немногих из-за пандемии рейсов по направлению в Одессу. Например, 10 декабря воздушные ворота города приняли всего 7 самолетов. О работе Одесского аэропорта в непогоду узнавала Татьяна Барумбей. Непогода парализовала работу Одесского аэропорта. Долгое время один из самолетов из Киева в Одессу провел в воздухе. По расписанию он должен был прибыть в 11:45, однако более получаса кружил над городом в зоне ожидания до улучшения погодных условий. Комментировать задержку рейса на полчаса представители аэропорта не стали. Город до сих пор покрывает дымка, видимость на дорогах не превышает 5-7 километров. Туман время от времени будет накрывать область, по меньшей мере несколько дней, передают синоптики. Сейчас работа аэропорта налажена. Запланированный рейс из Египта вовремя прибыл в Одессу. Вылеты также происходят без задержек. Они уже сели, уже ждут вещи, чемоданы. Приехали вовремя? Да, вовремя, по расписанию, все нормально. Отлично прошла посадка. Нет, не ждали. Напомню, недавно открыли новую взлетно-посадочную полосу. Аэропорт должен был установить новую навигационную систему, которая позволила бы самолетам садиться даже в сложных погодных условиях.